81. В восьмом поплавке обнаружена камбала-калкан. Предположительно, камбала-калкан. Сети номер 7. Две особи камбалы-калкан на текущий момент времени. В живом виде производится высвобождение из орудий лова. Выпускается с наименьшими повреждениями на естественную среду обитания. Выпускается в естественную среду обитания. Травяной, он же эстуарный, найден в живом виде, без видимых повреждений. Выпускаем травяного краба в естественную среду обитания, без видимых повреждений. Найден водный биологический ресурс. Предположительно, акула-катран. Сеть номер 7, порядка номер 2, в сети номер 7. Сантиметров. Крупный. Давайте, раз, два, три. Опа! Есть. Неживой. В неживом виде, не позволяющим выпустить его, естественно, в среду обитания. Сейчас измерим его. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Невельский Виктор Валентинович. Виктор Валентинович, кем вы являетесь на этом судне? Кэпом-бригадиром. Капитан-бригадир. Какие орудия лова вы планировали выбирать? Со слов капитана Новицкого Виктора Валентиновича, камбальный конец в количестве 40 штук. Когда и в каком месте вас задержали пограничники? В районе Тендерской косы, но, как выяснилось позже, это была исключительно экономическая зона Российской Федерации. Как вы определили, что вы находились в районе Тендерской косы? Со слов капитана Новицкого Виктора Валентиновича.